Как стало понятно из осмотра, больше всего пострадали от огня деревянные стояки. Ремонт коридоров также не должен занять много времени. За счет средств бюджета отремонтируем полностью вот то, что сгорело. Это с первого по пятый этаж. С первого по пятый этаж, да. И отремонтируем все те комнаты, которые подверглись вот, значит, этой ситуации. Да. Полному уничтожению. Да. Жители обратились к главе курорта с просьбой помочь восстановить документы, утерянные в огне. Анатолий Пахомов отметил, что соответствующим службам уже даны рекомендации всячески помогать погорельцам. Ряд квартир в доме находится в частной, ряд в муниципальной собственности. Пострадавших в пожаре людей временно разместили в пансионате «Нева International» на улице Виноградной.